колдуны и горожане. Идеальная игра для прогрессивной мобилизации в игровой форме. Особый вид лади. В полной тишине не бегаем. Эта игра предусматривает физический контакт, прикосновение и требует определенного доверия между игроками. Для этой игры понадобится достаточно много ограниченного места, которое хорошо знакомо игрокам. В начале игры участники, их должно быть минимум 8, становятся в круг. Аниматор объясняет правила, в игре есть колдуны и честные горожане. Цель колдунов – заколдовать всех горожан простым прикосновением. Заколдованный горожанин должен замереть. Цель горожан – не попасться колдунам и расколдовать заколдованных горожан, обнявши их. Игра завершается, когда все горожане заколдованы. В психосоциальном плане эта игра касается аспектов уважения и доверия, а также развивает честность и ответственность. Между колдунами и горожанами особо развивается сотрудничество и стратегическое мышление. В физическом плане эта игра требует хорошей реакции и быстрой смены направления.